Друзья мои, всем привет! На разборе сегодня очень красивый рельефный объемный узор. Раппорт его составит 2 петли и 6 рядов в высоту. Пряжа в образце Аделия Хэппи. Давайте переходить к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, первый ряд раппорта будет такой. Лицевая. Завожу спицу за первую петлю, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю первую петлю вместе со второй лицевой за задние стенки. Повторяю, завожу спицу за петлю первую по ходу вязания, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю 2 петли вместе лицевой за задние стенки, после чего их сбрасываю еще раз, завожу, вытягиваю, накид делаю и 2 вместе провязываю. Это первый ряд. Второй ряд. Все петли будут изнаночные, и раппорт у нас увеличивается на одну петлю за счет накида. В третьем ряду все петли провязываем лицевыми. А четвертый ряд вяжем так. Кромочная петля. Завожу спицу за третью петлю, за третью, вытягиваю нить и провязываю эти 3 петли вместе лицевой за задние стенки. Сокращаем здесь раппорт на одну петлю. Завожу спицу за третью петлю, вытягиваю нить и провязываю 3 петли вместе лицевой за задние стенки. И еще раз завожу, вытягиваю, накид не делаю. И провязываю 3 петли вместе лицевой за задние стенки. Пятый ряд будет полностью состоять из лицевых петель. Я их провяжу за передние стенки. А шестой ряд, заключительный, будет полностью состоять из изнаночных петель. На этом раппорт узора завершен. Друзья, я желаю вам всего самого наилучшего. Обязательно сохраняйте этот ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!